Возникнуть лесные пожары могут из-за жаркой погоды. Какой будет эта весна, говорить еще рано. А вот примерный прогноз погоды на последний месяц зимы в Прибайкалье уже известен. Этот февраль, по информации иркутских синоптиков, не приготовил жителям региона сюрпризов. Температура в конце зимы будет близкой к норме. Теплее нормы будет на севере и западе региона, но, правда, ночи останутся холодными. Суровый минус уходить из региона будет постепенно. В ближайшие 3 дня столбики термометров начнут медленно подниматься. В среднем температура по региону установится на уровне 17-20 градусов мороза ночью. Днем прогнозируется минус 10, минус 15 градусов. В отдельные дни можно ждать оттепель до минус 3. Правда, портить картину может холодный ветер. Это традиция для февраля. А вот осадков будет немного. Февраль – это, конечно, еще зимний месяц, однако уже среднесуточные температуры за месяц достаточно повышаются к концу месяца. После 5 февраля ожидается повышение уже дневных температур, то есть минус 5, минус 10, то есть солнечные дни и днем достаточно тепло. Это касается западных и южных районов, то есть большей части территории по северу сохранится более холодная погода, там ночные температуры еще будут сохраняться 25-30, и дневные температуры тоже будут низкие, то есть 15, 20 и до 25.